motherfucker. Во-первых, привет. Привет. Да, это самое главное. Пиздеть пиздим, конечно, но здрасте надо сказать. По-любому. Какого хрена ты так далеко от я меня, блин? Я не знаю, братан. Ну ты простишь меня. Ты еще живой? Да. Тогда я иду к тебе. Короче, у меня есть просто один ствол, есть сковородка. Недорого, кстати. И это, 30 патронов. Тебя дождаться, вместе пойдем или как? Не, можешь похуй вообще сам играть, я не знаю, там, свой сервер создать. На меня не обращай внимания, я так просто тут присел с тобой. Ну, конечно же, подожди меня, мы для этого и собрались. А ты можешь, так, я не знаю, навстречу там идти, там, знаешь, как в самых клевых фильмах? Пойдем в дома, короче, там я чую. Да, прям... да, да. Я вот в дом зашел сразу, который... Справа, справа где-то, справа полевая. Вот справа, прям понял. за мной, за голубым домиком. Понял, прям. понял. Иду. А, боже мой. Залезали уже. Боже мой, я иду, все, Джонни. Залезали тут уже. Я выхожу, о, боже мой. Тут творится какая-то творится. Слева огонь. Справа где-то стрелять. Я не понимаю, что происходит. Залезаю мы в дом. Все... Сзади меня камин, а снизу, где готовая быстрая игра, там чуть-чуть видно сейчас динозаврика, но там был этот динозавр и этот носорог какой-то. Динозавр и носорога. А за окном у тебя этот снеговик стоит. Ну. И смотрит на все это. А что динозавры это? Они стоят на полке. Какой полки, блин? Тогда на полке сверху, а еще и снизу есть у тебя. Что на полке сверху, на полке снизу? Я нажал готово, ты не нажимаешь готово? Я не нажимаю готово. Не страшно, да? Я хочу решить эту чертову головоломку. Так что динозавр делал, когда снеговик на него смотрел, когда ракета летела справа от горящей елки, где ты возле камина стоял? Я, блядь, вообще смотрю в твой, я не знаю, полубокс, анфас, как это называется, профили... Что, я не... Да, и все. И я думал, сейчас и кого-то это, а там буквально надо было что-то вставить. Так, мне кто-то смс-ку прислал. Я думал, сейчас прям тут же будет убийство. Прям как вот. Ты, надо было сейчас что-то вставить. Полетели. Да. Вот теперь мы вместе летим. На прошлый раз ты от меня улетел. А, вижу тебя, да. Сейчас как бздану. Я боюсь тебя. Такая ракета в землю. Так, а мы... Давай вот в Поднижние Горье, я не знаю. Поднижние? Да вот эти дома, классная штука на самом деле. Ровень Землянск, я не знаю, вот сюда вот куда-то. Вот, да. Подзаборье. Вот. Срано-ржавый сарай, короче. Давай, перезаряжайся. Ну, прям как отечественная эстрада. Что вижу, то говорю. Я сюда упал. Я на автомат нашел. И секиру. И я иду. О, и боже, калаш эти нашел. Стены. Проход. И коряк нашел. Ты прикинь. И все прям. Это ты топаешь рядом? Да, прикинь. Тебе придется меня терпеть. Мы играем в паре. Мне М-ку поменять нужно, понимаешь? Мне вот вообще... Я понял. Тебе скорострельное нужно. Что? Я чуть не упал, короче, прикинь. А я спрыгнул просто, прикинь. Вот тупо чилим. Вот сволочь, а. Чисто, короче. Чё? Второй броник. Ой, рюкзак. Да я, блядь, бессмертный! Ты упал и не умер? Нихуя, Вася! Иди сюда, проверим, выстрели мне в голову. I didn't know about you.